Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать эти вазочки, которые у нас были в подвале, которые я взяла там. Я в предпоследнем ролике, они почему-то не вошли, не знаю, по сейчас, наверное, может, я не включила, и я ведь не просматривала этот ролик, я спешила. Но сегодня я вам покажу вот такое вот красивое, да? И в нем находятся весенние цветочки. Яблонь, даже на мак похоже, что-то белое там, ну, в общем, такие красивые. Оно так хорошо смотрится на, смотрите, на темной это мебели. Очень красивые декорации. Ну, кому-то поднадоело. Мне очень она так весной хорошо смотрится. Сейчас все начинает на улице цвести потихонечку. И это как раз кстати. Вот, теперь я вам покажу еще вазочку. Вот такая вазочка. Она даже с клеймом, с каким-то. Я искала, не нашла. Но вот это цветное стекло, или чешское, может, стекло. Как это точно определить, я не могу сказать вам. Она, скажем, небольшая, да? Ну, как в мою ладонь, чуть выше, да? И смотрится очень хорошо. Она так бросается сразу в лицо, что она симпатична. Вот это сиреневым цветом. Но я не знаю, почему люди ее выставили. Красота. Вот это. О! Я хотела сказать красиво. А тут отлетело что-то. Ага, а ведь незаметно сразу. А вот этот такой уголок Авьена, вот тоже. Тут, наверное, было чуть побольше. Все ясно, почему люди ее выставили. Вот теперь видно, что большой лепесток, одного нет. Ну что ж поделать. Жалко, жалко. Но может, что-то можно сделать, доклеить или... Или просто лаком покрыть. Сразу ведь не поймешь, что она. Ну вот. И мы вовремя пришли, когда я ролик снимаю, кошечки зашли. Ну а теперь покажу еще, что я нашла. Мы же все еще у детей. Вот такое красивое керамическое яйцо для декорации. Очень красиво. Зайчики, тюльпаны. Зайчик цветы дарит. Тут гнездочки птички сидят. А это мама зайчиха с детьми. Вот такую они приобрели. Зайчик сидит тут. Ну, сейчас, моя хорошая, сейчас. Сейчас. Не ожидала, они с улицы пришли. Сюда можно положить еще что-нибудь, яйца, еще всякие, ну, как украшение, декорации. И еще мне очень нравится... Макс! Макс! Ты что, Макс? Да? Ну, придется ему кушать дать, он не успокоится. Накормила Макса, теперь он кушает, а я вам покажу красивые стаканы. Подвески. Там тоже есть штемпель какой-то. Сейчас я попробую посмотреть. Ага, мне непонятно, что это. Но хочу сказать, что они тяжелые и удобные. Тут какая-то пупырышка. Их 6 штук. Ну, это современные, конечно. Мне кажется, кто-то их подарил им. Я уже теперь видела их в коробке, по-моему. Как-то уже давненько. О! Вот теперь видно, да? Такие треугольные формы. Очень хорошо держится в руке. Вот такая подставка. Ну, как бы дно такое красивое.
симпатичные. Так, убираем их. Вот это, наверное, привезен из Испании, я думаю. Ну да, видно, это, по-моему, ихняя, это коррида, да? Для игры такие бойцовские с быками. Красиво сделано, тоже из кусочков такой, мозаика такая. Так, стаканчики в сторонушку. И сейчас мы с вами посмотрим еще одну такую красивую собачку. Ну, так она мне нравится. У нее такие красивые глазки. Глиняная. Красивая, да? Ушки такие. И еще я хотела вам показать, я их притяну сейчас к себе. Вот смотрите. Вот такого зайца. Он большой, у меня в ладошку не вмещается. Папа. Нет, дедушка, скажем, заяц. Дедушка заяц. Серега же очком гуляет. Теперь бабушка зайчиха. Так одета прикольно, да? Как в... Ну, как деревенская бабушка такая. У нее жилеточка одета, платочек повязан. Что ж, у нее яйца крашены в корзиночке. Они, наверное, в гости идут с зонтиком. А это, наверное, их внук с цветочками. Или, ну да, наверное, красивый. Ну, такой необыкновенный, потому что в каких, видите, штанишках склеены. Тут карманчики у него. Ну, любят тут делать всякие разные зайцы. А мы любим их покупать и украшать. Все-таки как-то вот это напоминает про весну. И что, значит, все должно быть хорошо. Очень хочется, да? Смотрите, дед, он даже с таким галстуком. Косыночка повязана. И сейчас еще вот таких два. Это внучата, наверное. И тоже. Или дети. Нет, это мама тоже с мамой, с папой. И такие маленькие зайчики. Ну вот, как-то так, девочки. Очень хотела вам показать то, что я нашла, то, что я у детей нашла. И пожелать вам всего хорошего. Для тех, кто празднует Пасху сейчас, хороших праздничных дней. Ну, я, может, еще покажу, как я буду готовиться, что я сделаю. Ну, посмотрим. Пожелать всем остальным мира, добра всем нам. Голубое небо, зелень, чтоб земля цвела. Ну, в общем, я думаю, пожелания многих таких и людей. И будем на это надеяться. Вот зайцы какие красивые. Наверное, и все. Давайте, девочки, пока-пока, мальчики тоже. Я все забываю, что у меня тоже и мальчики есть. Желаю вам всего самого наилучшего. И сейчас немножко покажу еще вам аквариум. Я их накормила, а они теперь такие веселые. И это они еще просят, наверное, я не знаю, это мне всегда кажется, что они всегда голодные. Но потом, когда мы приезжаем после обеда сюда, они уже прячутся вот в этих кустиках.
и спокойные. Но, наверное, я им еще маленько сейчас подсыплю. Красиво так сидеть и смотреть на них. Прям глаза радуются. А они так смотрят. Я как-то их хотела сверху снять на ролик. Они сразу в рассыпную. А через стекло они не боятся. Красивые, да? Откормленные, такие пузатенькие, глазастенькие. Они же думают, что я им сейчас что-нибудь насыплю. Ну да, придется им еще дать что-то. Вот и все, девочки. На этом я заканчиваю свой ролик. Была рада, если вы посмотрели. Желаю вам счастья.